Вот мы прогулялись, вышли из территории санатория Голубой Иссык-Куль, ну, где мы по вечерам гуляем. И вот здесь вот сколько раз проходим, интересно, у нас вызвал вот отель. Отель Gold Essen. Вот хотим туда зайти и посмотреть, ну, какие там есть номера, удобства, ну и стоимость, соответственно. Так довольно прилично выглядит. Вот. Пойдем посмотрим. Вот сюда мы сейчас зайдем. Вот хотим показать номер. Отель Gold Essen. По-моему, Gold Essen. Будем выходить, еще я точно посмотрю, как называется. Вот номер, двухместный номер. Такой вот заходим. Тут шкафы получается. Ну, одежду вешать. Два шкафчика. Вот. И комнатка заходишь. Ага, сейчас я зайду. Вот просто обзор такой. Вот красивые две кроватки тут. В принципе, он полутораспальный. Здесь 4 человека в месяц. Да? Ну, да. Холодильник. Не, ну, ну вот, если как с Алисой, то в месяц. Тапочки тут это. Холодильник. Что-то телевизор. Чайник большой такой. Телевизор. Ну, стул. Да. Лампа. Картина какая-то такая. Абстракция. Кондиционер. Ну, это выход на балкон. Вот же. Сейчас посмотрю. О, классно. Это мы на 8 этаже. Вот вид на Иссык-Кульку. Ну, на горы. А, это вот на Иссык-Куль вон вид получается, да. И да вот Чолпон-Ата. Вот сейчас еще хотим в ванну зайти посмотреть, ванну с туалетом показать. Кстати, 5000 стоит, 5000 вот этот номер стоит, двухместный. Четырехместный такого же плана, но туда заходить уже не будем, он стоит 10000, этот 5. Все ключи. Раковина. Бойлер здесь. Унитаз такой. Фен. Ну, набор тут, ну, как обычно в отелях. Здесь, ну, здесь что-то складывать. Вода бежит. О, душ какой. Душевая кабина. Ну вот прикольненько так, здорово, красиво. Ну вот так тоже можно устроиться, жить. Один из этого, у кого средства позволяют. Ну, такой хороший номер. Рядом с Иссык-Кулем, и получается рядом с санаторием. Вот только вышли с территории санатория Голубой Иссык-Куль. Вот этот номер. Это вот в холле перед лифтом. Там вот называется Gold Essen. Здравствуйте. А, поехали, вот. Лифт приехал. Заходите. Вот такие лифт. Первый этаж. Вот такой лифт красивый, да? Все стеклянный. И едем. Что, Алис, тебе понравилось? Да. Очень даже понравилось. Маме с Алисом понравилось. С Алисой понравилось.